Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами сайтом абсолютно без вложений. Называется Эверви. Где мы будем зарабатывать на социальных медиа. Ставить лайки, дизлайки, просматривать видео. Также можно установить расширение. Нет, расширение у нас вот здесь. Вот. Это уже будет нам расширение автоматически на Инстаграм ставить лайки. В общем, зарабатывать. Вот такого я уже установила расширение. Вот оно в верхнем правом углу. У меня 8 действий я уже сделала. Дается бонус при регистрации 50 центов. Вот автолайки, автоподписчики, автокомментарии. Вот так как-то идет все. Значит, вход сюда и регистрация, друзья, через Google. Я уже зачитывать здесь ничего не буду. Здесь расценки можно вот это все почитать. Как бы давайте зайдем в кабинет и посмотрим. Здесь все интуитивно просто. Так, сейчас я это закрою вкладочку. Туда. Вот здесь можно видео просмотреть, это все прочесть. Значит, если мы нажмем на баланс, то тут наш баланс пополнить. Если вы будете там рекламировать что-то, если не захотите зарабатывать, можно также продвигать свои странички. Вывод средств здесь, ну, от 10 долларов. Так, на 5% на PayPal. Здесь Kiwi и Яндекс.Деньги. Мне еще выводить нечего. Далее, что вот это, вот здесь можно нажать расширение, статус вашего расширения для браузера. У меня включен, и вот такая вот у меня страничка здесь. Это окно относится к работе расширения Эверви. Пожалуйста, не закрывайте его, можно свернуть, минимизировать. Вот такое вот окошко, оно у меня открыто здесь. Так, далее, что есть VIP-статус, это все по желанию. 6 долларов на 15 дней, 10 на 30 дней. Как бы это все пополнить баланс? Как я сказала, все по желанию. Далее что? Как я сказала, кто не хочет зарабатывать без вложений, можете продвигать свои странички. Здесь Инстаграм, трафик, сайт, подписчики, Твиттер, Ютуб, ВКонтакте. Здесь будут отображаться наши заказы. Здесь категории задач. И здесь категории. Доступно задач. Сколько автоматические выполнения, как мы видим. Вот это все идет у нас Инстаграм. Вот у меня через расширение. А это выполнение вручную. Также можно вручную выполнять. Вот остальные все. И далее, так, категория выполнить задачи. Так. И вот опускаемся ниже. Здесь что у нас? Лайки, Твиттер, ретвит сделать. Вот есть один ретвит. Далее, я сейчас покажу вам на примере Ютуба. Просмотры Ютуб. Нажимаем. И здесь вот у нас расценки. И давайте какое-нибудь посмотрим видео. Нажимаем вот сюда «Посмотреть видео». Вот такое тут вот окошко открылось. Мы переходим. Загружается видео. Я тут звук отключила. И вот здесь в браузерной строке идет отсчет времени. 30 секунд. Вот мы должны посмотреть. И вот этих 30 секунд. Давайте подождем немножечко. И вот 2 секунды, 1. Все, вот таймер закончился. Закрываем вкладочку. И вот обратите внимание, вот зеленая задача, вы успешно выполнили задачу. Все. Нажимаем, вот мне зачет. У меня 51.07. Нажимаю далее.
Санечка обновляется. Было 51.07, так и стало. Значит, уже зачиталось, выходит. Вот. Вот таким вот образом мы будем просматривать и лайки ставить. Так, где у нас подписчики? Ну, я подписчики не особо, как бы, смотрю, какой канал. Вот. Если лайки, там видео просмотры. Вот. Дизлайки тоже. Тоже вот сколько, боже мой. И вот тут еще странички 1, 2, 3. Таким же образом ждем, ставим дизлайк, отсчет времени и закрываем страничку. И группу ВКонтакте, паблики, лайки и репосты. Вот таким вот образом зарабатывать. Вот у меня расширение установлено и активно. Здесь служба поддержки, вопросы, ответы. Почитать на почту придет просто приветственное письмо. Вот здесь можно перевести это все. Ознакомиться, кому интересно, пользуйтесь. Есть информация о том, что этот сайт платит. Я буквально час назад смотрела видео, вот, о том, что уже парень вывел $10, пришел вывод за 21 минуту. Вот, и вот тут у меня еще остался магазин вот, социальное продвижение 80 уровня. Вот, удалите из хрома, у меня оно установлено. Вот такой вот сайт. Будет что выводить, буду делать видеообзор. Да, еще я вам что, друзья, не показала. Так, или вот сюда, если я нажму. Так, сейчас я перезагружу. Вот здесь я вот нажала на себя. И смотрите, вот здесь ID, ID пригласителя, регистрация. И что? Можно прописать свои PayPal от Kiwi без плюса. Плюс не надо. Вот пример, видите, здесь без плюса. И Яндекс кошелек. Я буду прописывать Яндекс кошелек. Kiwi я не люблю. Этот я тоже. Мне не надо. Если только Яндекс деньги у меня подходят. Payra и Perfect Money здесь не предвидится. Если только банковские карты. Это в ближайшем будущем. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч. А, пардон. Не до новых встреч, друзья. Мне показала, где реферальная ссылочка. Вкладочка «Рефералы». И вот здесь находится партнерская ссылочка. Вот она. Можно так поделиться в соцсетях. И здесь как бы партнеры. Пока-пока.